Ребят, всем привет, это канал Парабола. Сегодня мы пойдем дальше достраивать мою вышку. Сегодня останется, нам надо будет верх уже делать. Вот, взял гвозди, взял пилу. В общем, сегодня будем делать верхнюю часть. Надеюсь, я не ебнусь оттуда и будет все охрененно. Приехал я, как всегда, на машине. Вот на это место, где я всегда стою, здесь на парковочке своей. И как раз таки наша дорожка, где-то здесь она начинается. И идем строить эту вышку. Так, в общем, напилили мы балки, вот эти вот. Сейчас мы там их будем на высоте их переделывать. Возьму топор, одну балку и гвозди. Надо сейчас как-то там ее зафиксировать. Честно сказать, очень страшно это все делать. Прям капец как. Высота большая. Можно как бы нормально разъебаться. Так а как бы мне вам и заснять и здесь приделать. Так, вот вышел гвоздь. Хуй знает, как мы дальше будем. Это пизда. Это прям ужас. Так, второй дубль. Попробуем еще раз ее сделать. Полетели. Так, отлично. И мне еще вот на этой хуйне стоять. Я не знаю, как будет. Мне кажется, вообще пиздец, как страшно. Здесь у нас уже вылетает. Сука. Ну ладно. Еще бы надо так-то. Да блядь! Ребят, топором. О, это очень трудно колотить. Надо молоток будет брать с собой. Ну, вроде закрепил, не знаю, как будет. В общем, переезжаем на другую сторону. Там уже зашкуриваем и опять тоже проколачиваем гвоздями все. Так, переставил лестницу. Сейчас будем
пытаться закреплять. Получится ли у нас или нет, не знаю. Как-то надо, чтобы получилось. Фу, жарко очень. Мне даже стало жарко. Отлично. Так, давайте заберемся до самого конец самой высоты. Надеюсь, я не ёбнусь. Если что, буду держаться. Вроде держится так-то. Высота охуенная. Все это только болтается, пиздец как. Да, надо обязательно скрепить их. Между вот это все четыре балки скрепить. И дальше будет хорошо. И все так-то будет. Все будет круто. Произошла небольшая авария. Лестница ёбнулась. Не удержал и прям промеж тех деревьев. Сейчас я немного приподнял уже. Капец. Как уебалась и застряла прям плотненько. Сейчас вытаскиваем. Да блядь, вставать не хочет. Башкой уебался. Тяжелая какая, сука. Ебать! Охуеть, не встать! Все поставил. Жарко. Очень жарко. Осталась у меня последняя балка. Приделать. Очень устал уже что-то. Потому что все на высоте, неудобно. Было бы здесь, я бы здесь намного проще сделал. Но сейчас я доделаю. И к вам, конечно, уже вернусь. Так, ребят, что у нас получается? В общем, я... сделал все четыре балки, все, я скрепил их полностью. Вот, не знаю, крепкие или не крепкие, но вроде крепил там на 6 гвоздей, аж даже в одну сторону, в одну палочку. Вот, потом, в общем, я еще начинаю пилить вот уже наверх туда пол. Стелить, вот уже две выпилил. А тут уже еще раз, два, три, четыре, пять. 5 штук уже есть, сейчас разложим здесь вот. Вот, посмотрим, как это все будет. Вот, и это все надо будет туда унести. И уже можно покрывать пол. Вот, я надеюсь, это все не сломается. Страшно, если сюда ёбнуться, будет такое себе. Вот, я не знаю даже, как их еще закрепить, чтобы еще крепче стали они. Вот, и, короче, сейчас сделаю пол и покажу вам это все. Ребят, в общем, с чего у меня вышло вот такой вот пол. Сейчас мы будем его поднимать наверх. Я не знаю, как мы будем это делать. По одной палочке тоже не очень таскать. Сейчас будем пробовать, в общем.
Так, первые две жерди получились, кинул я их. Фух, блядь, что-то заебался. Ну ничего, надо продолжать делать. Сейчас, в общем, все кинем, заколотим все. И у нас уже будет готов пол. Так, последние две осталось. Я что-то прям сегодня еще устал как-то. Туда-сюда лазить не очень прям. Не могу аж. Ноги устали. Есть хочу. Все прям хочу. Трясется вышка. Капец как. Прям очень сильно. Я боюсь даже, честно сказать, залазить. Потому что как-то не прям все так крепко выглядит. Оно еще все шатается. Ну, аккуратненько. Последняя. Даже еще бы, да, надо, нет? Фиг знает. Или одну какую-нибудь убрать, а сюда приделать. Вот так вот. Вот такой пол у нас получился. Смотрите, вид. Такой вот красивый. Тут на закате красиво будет видно. Как раз здесь солнце где-то вот здесь садится. И вот здесь солнце будет красиво очень выглядеть это все. Держаться. Так, короче, колотить я буду вот этот весь пол уже в следующей серии, потому что я хочу взять молоток, потому что этим топором колотить это ужас. Я избесился даже, не могу, потому что очень гладенькая такая эта, из-за этого она, гвоздь проскальзывает, и я аж прям не могу, блядь, еле-еле вот это все здесь закрепил. Вот, потом купим еще 20-е гвозди, и здесь полностью все обделаем. Вот это вот эти части, где закреплено, мы это 200-ми гвоздями все это обделаем туда-сюда, туда-сюда. Вот. И вот, скорее всего, под низ вот этих вот балок, вот раз балка, два балка, мы под низ, то есть вот отсюда до сюда, поставим такую еще одну жердь, молодую лучше. Вот. И уже ее тоже приколотим, чтобы вот те жерди, которые я хочу поставить, лежали вот на этих вот. А уже эти, на вот этих, которые где сейчас у нас пол расположен. Не знаю, поняли вы или нет. В общем, чтобы закрепить намного крепче. Потому что мне почему-то страшновато здесь находиться. Я вот здесь вот стою, и мне кажется, что сейчас что-нибудь ёбнусь я как-то далеко. А высота как бы нормальная. Я бы не сказал, что маленькая. Тут можно даже ногу сломать. Вот. Так что лучше делать постройки на земле какие-нибудь, а не вышки, блядь, всякие. Ну ладно, это у меня первая вышка. И последняя, наверное. Короче, я сейчас собираюсь и домой. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите продолжения этого ролика. Будет еще одна часть вышки. Не знаю, когда я закончу, с каких частей там. На какой части закончу, потому что, блядь, что-нибудь, да. Вот сейчас гвозди бы надо большие. То времени нету, то устал. Вообще, короче, пытаюсь как могу это все это делаю. Пишите в комментариях, в любой комментарий, понравился ли вам ролик, что-нибудь добавить, что-то изменить. Пишите все, я на все отвечу и, конечно же, прочитаю это все. В общем, это канал Парабола, с вами был Даня. Всех обнял, пока.